целях подготовки к предстоящему отопительному сезону министерством утвержден план работы на 2017-2018 год, согласован с акиматами областей, городов Астаны и Алматы. В соответствии с ним необходимо 15 октября текущего года полностью завершить работы по подготовке всех объектов, в том числе автономных котельных и инженерных сетей, а также обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники. На текущий период, по информации, представленной местными исполнительными органами, из запланированных к ремонту 43 572 жилых домов подготовлено 88,2%, это 38 433 дома. По ремонту жилых домов ряд областей имеют показатели ниже среднереспубликанских. Они показаны на слайде. Это Атырауская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская области. По данным акиматов, они в течение сентября полностью все работы должны завершить. Касательно теплоисточников. Местными исполнительными органами запланирован ремонт 10 326 автономных котельных. Из них подготовлено 9 736 котельных, это 94,3%. По ряду областей есть отставание. Это город Астана 83,3%, Алматинская область 84,6% и Карагандинская область 91%. Касательно подготовки тепловых сетей. Из запланированных 2113 километров на текущий период отремонтировано 2000 километров тепловых сетей или 94,7%. На текущий период тепловые сети Алматинской, Атырауской и Северо-Казахстанских областях имеют готовность ниже 85%. В течение сентября необходимо наверстать. Касательно подготовки сетей водоснабжения. При плане 2040 километров отремонтировано 1787 километров сетей водоснабжения или 87,6%. Отремонтировано по Акмолинской области 70%, по Алматинской 84,6%, СКО 70,4% и по городу Астана 82,6%. На слайде показано отставание. По заготовке топлива. Потребность топлива на автономные котельные на предстоящий отопительный сезон составляет 1 227 тысяч тонн угля и 122 тысячи тонн мазута. На сегодня заготовлено 1 070 тысяч тонн угля и 63,6 тысяч тонн мазута. Наблюдается низкий темп закупа угля в Восточно-Казахстанской области, это 55,6%, по городу Алматы 66,7% от плана, а также мазут по Акмолинской 0% от плана и Жамбыл 9,5%. Мы здесь просим местные исполнительные органы принять необходимые меры по своевременному закупу и завозу топлива на эти источники. Транспортное обеспечение подготовки к отопительному сезону. С начала подготовки к отопительному сезону на сегодня перевезено 20 600 000 тонн угля, что составляет 101% к плану. В целях полного обеспечения перевозок приняты следующие меры. Проведена работа по заключению прямых долгосрочных договоров на перевозку грузов между грузополучателями, грузоотправителями и перевозчиком во внутриреспубликанским сообщениям. Сегодня это 63 договора. Обеспечено равномерное распределение объемов перевозок угля в летний период. Так, с 1 мая по 31 августа 2016 года было перевезено 17,3 миллионов тонн угля. За аналогичный период этого года 20 600 000 тонн, это выше прошлогоднего на 19%. Также прорабатывается закуп 1000 полувагонов с учетом субсидирования 10% ставок вознаграждения банка второго уровня. Мы также привлекли помощь других железнодорожных администраций, это 2400 вагонов, сегодня работают на отправке погрузки угля иностранных железнодорожных администраций. Также хотел бы осветить вопрос дебиторской задолженности. По состоянию на август 2017 года задолженность потребителей за коммунальные услуги по Казахстану составила 13 миллиардов 580 тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в следующих регионах. 3 миллиарда город Алматы, Маңғыстауская область 1 894 миллиона тенге, Павлодар 858 миллионов тенге и Южно-Казахстанская область 3 миллиарда 702 миллиона тенге. В целом, Бахчан Бирович, в те рамки и сроки, которые предполагалось завершить подготовку к отопительному сезону, считаем, что с акиматами эти работы завершим.